Мои дорогие, любимые друзья, я еще раз и еще раз посвящаю видео димексиду. Димексиду. Это очень важно, понимаете, да? Имея низкомолекулярную основу, низкомолекулярную, и возможности проникания вглубь организма, он соперничает с СД2. Соперничает, поверьте мне. Но если когда мы принимаем АСД-2, мы не можем выйти из дома, да, если мы решили, предположим, там мазать ноги или еще что-нибудь, да, то димексид вместе с различными препаратами работает, ну, бомба как работает, понимаете, да, в чем дело? Чудесно работает. То есть он настолько проникает, что даже через всевозможные ороговевшие какие-то моменты, но он все равно протягивает туда, неважно. Это может быть новокаин, это может быть аналгин, это может быть сера, это может быть цинк. Что бы вы ни взяли, он протягивает это все вовнутрь. И это очень недооцененный препарат. Он сам по себе имеет обезболивающие и противовоспалительные свойства, да, особенно оно здорово для ног. Ноги, друзья мои, он проникает вовнутрь и убивает там трихомонаду, поверьте мне, убивает, убивает. Но надо постоянно это делать. Нельзя сделать месяц, да, или, например, мы возьмем, например, с головой, да, какие-то проблемы, имеется в виду там алопеция еще. Да, мазать надо год, а то и два, и тогда мы получим результат. Поэтому я пользуюсь димексидом постоянно. То есть сейчас уже какой-то, если я мажу ноги серой, серной мазью, да, то я обязательно перед этим мажу димексидом, потом серной мазью, потом опять димексидом. И поверьте мне, что это не хайп, это выше, чем хайп. Вот эта вещь. Вот она сама себя хайпует, понимаете, да, в чем дело? Потому что она действительно работает. Истина – это то, что дает результат, поэтому рекомендую. Все.